Марил республикан самарк спортсмен жавлаком черетан сенга маждина саламлайна. Мемнан республикан команда же есентуки улаште эртыша спартакиадашта кум шаверам налан. Тагаса маште кола кум командаш кенжам виян могргачончиктен. Шомшы гыч латнылымшы ноябрь марте Ставрополь кундемышты салтак радамыш ушнаш ямдылалчы рвезе-влакын кугу таҥасымаш ыштыртен. Тушто Мариэлын чапшым Волск районысы команда тиде Сотнур, Памар, Шарача школасы тунемшы-влак араленыт. Таҥасымаш шӱлыш кугу лийын. Тидын нерген командын тренержы Олег Иванов палемда. Латкок тӱрлӧ дисциплинӓлӓ. Тиде дисциплинышты ме участвовна, сай местам нална. Общий командным налаштын тиде первый местом нали Ханты-Мансийский автономный округ, второй местом нали город Москва и третий почетный местом нал на Республика Мари-Эл. Так что еще хитрый моль мушуешь. Личные первенства, что мы на школу учим, мы на ученики. Первый местом нали 60 метров, что куржмашты. Второй, первый местом нали 60 метров, что куржмашты. И третий местом нали ну, прыжки в длину с разбега манмашты. Третий местом нали. А личные первенства, что же, вот тиде, индеш виде спортивных состязаний, что мы на ученикак Дмитрий Всеволод нали первым местам. Тиде мы пеш четко андара. Самое трудное, мы не шугал на, мы на минул на сай воздушком, шкиман, куда то имел ее чаша, мы тиде шука и уже люлдат. Мишна и олят млана, люлда, что имел да электронный оружие гачен. Ее чаша, мы, конечно, сразу вишь болен каешь, алам улин каешь. Мы у напали, мы штагаем у тугай электронное оружие, мы у напали, мы на район штагаем электронное оружие жуке. Ну, а на кузе погоношна, те при технике стрельбы пали там ман ольшим. И ну на а кузе ваш кирак он тагай шкенештам погоште и российский уровень штеш кудуше местам наливе. Мариэл туныктымаш министерствын данныжы почеш кажны ийын республикышты сарсы спор гоч кум тӱжем нары кугурак классашты тунемшы йоча эрта. Кок тӱжем колымшы ий гыч мемнан кундемышты армийыш каяш ямдылалчы рвезе-влакым авангард, сарзы да патриот рӱдерышты шуарат.